Новая игрушка, новая проблема. В принципе, не особо страшная, но все же не очень удобно так играть. Собственно, если игра не запускается на полный экран, то есть несколько решений. Первое, самое простое решение. Когда игра запустилась, просто нажмите сочетание клавиш Alt и Enter. Игра должна развернуться на весь экран. Но такое нужно делать при каждом старте. Плюс, если у вас запущены какие-то мессенджеры, то игру может выбить обратно в оконный режим, если придет сообщение. Но это не страшно. Второй способ немного тяжелее первого. Нужно зайти в настройки в игре и выставить полноэкранный режим, как я показываю на видео. Иногда бывает, игру глючит, и если даже и установлено открывать на полный экран, она открывается в оконном. Выберите в настройке оконный, сохраните, а потом поменяйте обратно на полный экран. Возможно, нужно будет перезайти в игру. Третий способ посложнее. Нужно перейти к профилю. Адрес оставлю в описании к видео, или можете остановить видео и посмотреть. Дальше нужно поменять параметры, которые я показываю на видео, или посмотрите их в описании к видео. Еще советуют установить атрибуты на файл только для чтения. Это вам нужно будет сделать, если у вас будет слетать полноэкранный режим, и когда вы откроете опять этот файл, значение опять поменяется. Если меняется, то ставьте, чтобы файл могли только читать в свойствах файла, правой кнопкой мыши по файлу. Я проделал все три способа, игра не вылетает, все работает хорошо. Если был полезен, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.